Жанна Батиста Мольера «Мнимый больной» есть такая сцена, где молодой герой дарит своей невесте анатомический рисунок и приглашает ее на публичный урок анатомии. Вот и мы сейчас приглашаем вас в операционную Первого медицинского института имени академика Павлова и на 18-й международный театральный фестиваль «Балтийский дом», который проходит под девизом «Анатомия театра». В созвездии громких имен, представленных на фестивале, очень трудно выбрать имя, с которого следовало бы начать размышления об особенностях театрального процесса. Но я думаю, что не ошибусь, если страницу экспериментального поиска откроет варвар и еретик Андрей Жолдок-Табелевич IV, мастер скандала и эпатажа на современной сцене. Благодаря Андрею в прошлом году мы могли наслаждаться игрой великолепной Марии Мироновой в спектакле «Федра», «Золотой колос», в котором она сыграла жену партийного босса, полюбившую юношу из психиатрической клиники. В спектакле «Кармен. Исход» Андрей как будто специально не стал придумывать ничего нового. Говорить о соответствии или пренебрежении классическим сюжетам в данном случае никак нельзя. Среди авторов не осталось места для Мериме и Бизе. Актеры в спектакле говорят своими словами. И у зрителя, и без того, опешившего от причудливой театральной формы, мюзикл, кино, видеоинсталляции, голова начинает идти кругом. В результате представление с опасным названием «Кармен. Исход» и впрямь провоцирует исход значительной части публики прямо посреди действия. Но Табелевич IV стойко держит любой удар. Бачок с пищевыми отходами, где есть остатки вкусной, хорошей пищи и всякой разной. И все это вот мы должны хавать, как свиньи. Вообще это имеет отношение к театру такое же, как кукурузе на Газпрома, к Петербургу, к архитектуре Петербурга, или как каток на Дворцовой площади. Примерно то же самое. Это просто жульничество, режиссерское жульничество. Больше ничего. Я не понимаю вообще Миронову. Почему она позволяет эксплуатировать свое имя? Вот на этом про у меня слов нет. Это же просто безобразие. И люди покупаются на это. Как ей не стыдно. Чудовищно. Ну вы досидели до конца. Нет, я досидел до конца. Почему? Ведь, почему чудовищно? Почему досидели до конца? А потому что было интересно. Думаю, вдруг случится чудо хотя бы в конце. Чудо не случилось. Милая моя, да это гениально. Вот все впечатления, понимаете, да? Я на Федре сказал, что он сумасшедший, но гениальный сумасшедший. А сегодня я скажу, что он просто гениален. А в чем его гениальность? Ну, человек показывает, как современное общество давит и душит чувства людей. И сковывает их, и как любовь это угнетается, нет свободы чувств. Желдок анархист по своим душевным качествам. И все, что я вам могу сказать.
Маша, на прошлом фестивале вы сказали с ним работать невыносимо, а сейчас вы приезжаете с таким пронзительно нежным спектаклем. Где его имидж деструктивиста? Где это все? Ну, я думаю, что самое важное, то, что, как сказать, мне интересно, это правда, прежде всего, и живая форма, новая форма, как говорил Треплев. В нашем, но правда, у Чехова, например, и в нашем спектакле. Маша, но Чайка. Правда, например, в том театре, где ты работаешь, в Ленкоме, или правда, например... То есть там ее нет, что ли? Она же тоже присутствует там, своя какая-то правда. Я просто тоже работаю. Нет, я говорю о том, что, как сказать, для того, чтобы что-то родилось такое настоящее, нужно, чтобы произошел какой-то взрыв. Нужно от как ракетка, для того, чтобы она поднялась наверх, нужно, чтобы из нее все вылетело, и тогда она поднимется наверх. Я понял. То есть Андрей в данном случае тот детонатор, который вас взрывает? Ну, он взрывает своей правдой, безусловно, и правдой, и свежестью. Вы себя осознавали как авангардиста, как человека, который что-то разрушает? Хочет сказать миру, пошли вы все к черту, вот искусство это я. Это было когда-то с вами? Нет, ну это, может быть, было в каком-то неосознанном молодом периоде, знаешь, когда все ходят по левой стороне улицы, не по правой. Это нормальный процесс индивидуального какого-то ощущения, что я есть, я существую, но я при себя все равно к каким-то авангардным режиссерам не относил. Никогда? Нет, не относил. Когда, допустим, меня вот называли в России или в Украине, или там тоже когда-то в Румынии, где я часто очень устал, что я авангард режиссер, я говорю, вы не видели авангардных режиссеров, вот, например, ну, которые есть в мире, на Западе, или были, например, поэтому все относительно. Я все равно считаю себя очень глубоким режиссером. Глубокий. Может быть, просто я не могу это высказать, потому что я ищу не банальный способ высказывания. Если сегодня спросить, какой режиссер России живых мне близок, то я вам скажу, вы сейчас упадете. Это будет не Анатолий Васильев, мой учитель, не московская школа. Мне из русских всех режиссеров близок Додин. Вау! Вот парадокс. Я не говорю, что он мне нравится, как его спит, но по... А вот что произошло? По каким-то молекулярным обменам, так. Вот, допустим, там, я не говорю, там, жизнь, судьба, например, ну, там, рак, мне он ближе всего стоит из, вот, парадокс, видишь? Но вам нужен тогда свой театр, знаете, сейчас Войцех Бюхнера в Киеве, премьера не имею, там, потом «Принцесса Турандот» в Национальном театре Румынии, в Хельсинки Анна Каренина в Турку, и в Германии «Сексус» Гены Миллера. В Большом театре. Да. Это что-то. Все труппы разные, должны приходить. У меня там не будет своей Марии Мироновой. То есть есть усталость определенная. Есть такая, не то, что усталость, есть такая тогда усталость и какая-то печаль, тотальная печаль. Я трачу тотальное время на, понимаешь, на то, что я не должен тратить. Андрей Желдок – человек, ищущий свой путь на подмостках государственных театров. А вот итальянец Эудженио Барба, который показал на фестивале спектакль «Юдифь» в исполнении знаменитой актрисы Роберты Каррери, 45 лет назад назвал себя авангардистом и встал в оппозицию к государственному театру. Вопреки всем обстоятельствам жизни, он основал в Осло «Один театр», потом Международную школу театральной антропологии и занялся серьезным изучением тайн театрального ремесла. Следующий эксперимент, который увидели зрители фестиваля «Балтийский дом», был создан польским режиссером с богословским образованием, руководителем очень модного театра «ТР Варшава» Гжегожем Ежиной. И заключался он в соединении известной пьесы Мольера «Дон Жуан» с еще более известной оперой Моцарта. В этом эстрадно-ярком симбиозе с названием «Джованни» драматические актеры блистательно имитировали оперное пение под фонограмму и рассказывали нам историю клубного гуляки, который на одной из вечеринок банальным образом подавился куском дармового пирога. Thank you.
чем же суть, ну, скажем, нашего современного бытия? У всех мещанствующих есть две большие потребности. Первая – это деньги. Вторая – стремление к власти. Ибо власть дает им возможность получить неограниченное количество денег для удовлетворения своей прихоти. Мещанство – раковая опухоль, разъедающая организм. То есть мещанская мораль торжествует? Так. Мещанская мораль уравнивает ценности. То есть она сегодня торжествует, так? Доминует сейчас. Да. Доминует całkowicie. Да. Все są там подпожонкованы, все в этом системе работают. Каждый получает благо. И в данном случае я понимаю, что понятие Бога тоже как-то усреднили и употребили, да? То есть его сделали тоже общим, ну, таким карманным понятием, так? И там есть как бы наше скупение. А сейчас мы имеем замест религии. Мне кажется, что душа замещена совестью. Душа ведет человека в вечную жизнь, а совесть диктует ему поведение, чтобы он был спокоен. А религия została заступлена? Религия сменена моралью. Это не мораль наших отцов, а мещанская мораль. Личные метафизические переживания гораздо сильнее, потому что они истинны. Говорил, поэтому я должен вас отпустить. Спасибо вам большое. Вам удачи. Во времена мольеровского Дон Жуана ремесло хирурга воспринималось как нечто нечеловеческое. Сегодня же операция аортокоронарного шунтирования на сердце – это искусство, ограниченное рамками науки. Здесь нет места эксперименту. От мастерства и точности хирурга зависит жизнь пациента. Как хорошо, что ремесло театра не сопряжено с ответственностью за жизнь человека. Но существует ли хоть какая-нибудь ответственность у театра перед зрителем? С этим вопросом участники фестиваля отправились в город Хельсинки, в Национальный финский театр, для просмотра спектакля «Неизвестный солдат» молодого, но очень любимого в Финляндии режиссера Кристиана Сметса. В основе грандиозного театрального зрелища роман финского классика «Вяйны Линна», посвященный событиям Советско-финской войны 1939 года. Ошарашивающий спектакль Кристиана Сметса обрушивается на финскую публику настоящим ураганом. Здесь используются все доступные выразительные средства. Съемка на видеокамеру транслируется на два экрана. Видеокадры из спектакля перебиваются документальной хроникой. Съемка пикирующих бомбардировщиков и сцены уничтожения «Жигулей» на улице современного Хельсинки. Танцующими женскими фигурами, наконец, портретами Гоголя, Горбачева, Калантай, Гагарина, Сталина, нынешнего президента Финляндии, действующих политиков. В финальных сценах спектакля эти портреты расстреливаются из крупнокалиберных орудий. Рассказывает, что президент Финляндии Тарья Халонен с юмором встретил свой расстрел. Но многие политики возмутились дерзостью Сметса. Я вот конкретный зритель, вы во мне не заинтересованы, как соучастники спектакля. Так? Минулле хенкилокотости, он айван сама, митен сина. Sen tulkitsen. Olit sinä suomalainen, ruotsalainen, äitini tai kuka hyvänsä? Мне лично, как да. человеку, безразлично, как ты, я воспринимаю. Зритель, русский, фин, швед или моя мама, как ты конкретно. Главное просто высказаться. Tärkeää koko esityksessä on se, että se kerää suomalaiset yhteen keskustelemaan meille tärkeistä asioista. Самое главное, это чтобы зритель, финский зритель, заговорил о тех проблемах, которые есть, заговорил о том, что составляет самосознание, идентичность финскую. Те же ценности составляют эту идентичность, что и 30 лет назад, или нет?
Ja juuri näin on tapahtunut. Tämä on herättänyt hyvin paljon keskustelua katsojissa. Ihmiset on käynyt kattoon sitä niin kuin sillä on ollut vanhat ihmiset. И то, что произошло в результате этого спектакля, это как раз и было моей целью. Этот разговор. Три поколения собрались в зале, посмотрели и после этого стали разговаривать. Что такое Финляндия? Куда мы идем? Какое наше будущее? Что мы должны делать? А то, что было написано в газетах или то, о чем говорили политики, это для меня не так важно. Когда гуляешь по площадям и набережным Хельсинки, невольно задумываешься, чего еще не хватает человеку в этом комфортном городе? Зачем нужна война? Почему мы не умеем слушать друг друга? И как справиться с одиночеством? Среди хирургов существует такой афоризм. Большая подготовка, малая операция. Малая подготовка, большая операция. Точно поставленный диагноз и верная тактика хирурга становится залогом быстрого выздоровления пациента. Что же должен делать сегодня театр? И каким он должен быть в современном мире? Задумались практики и теоретики театра. Жорж Баню, критик из Франции, Алексей Барташевич из Москвы, Евгения Троп из Петербурга, Нина Кирали из Венгрии, а также многие другие коллеги из других стран и театров. Объяснить нам диагноз проблем современного театра мы попросили руководителя фестиваля «Балтийский дом» Сергея Шуба. А вы не боитесь, что если театр все-таки станет очень-очень политическим, это может вызвать на самом деле какую-то обратную реакцию? Какую? Ну вот, скажем, реакцию, например, не позитивную, а наоборот. Со стороны кого? Со стороны публики, да. Что театр будет выполнять роль детонатора, который должен разрушать социальную какую-то основу платформы. Я понимаю, когда это было в 70-е годы, например, понимаете? Когда было понятно, с чем бороться. Я понимаю здесь, когда есть момент очень-очень мощной буржуазности. Я понимаю, что надо их поднять с кресел. А у нас-то чего? Мне кажется, что вот наши опасения... Мы просто очень устали в 90-е годы от катаклизмов, от дефолтов, от больших и маленьких революций. Но, в принципе, конечно, общество не может быть сонным, общество не может быть усталым, общество не может быть безразличным. А искусство всегда будило, в том числе и общественное сознание. Чем озабочен сегодня театр? Театр озабочен, я думаю, тем, что происходит в мире. Театр сегодня озабочен не поиском, собственно, театрального языка. Это идет параллельный процесс, но сегодня все больше и больше люди театра обращаются к социальной проблематике. Антиглобализму, к расизму, к всем социальным проблемам. Ведь театр вообще-то искусство очень ограниченного количества людей. Ведь вот исследование последнее, опять их читал, что в театр, скажем, в России ходит 5-6% населения. Понимаете? Но это может быть та самая часть, на которую я, например, возлагаю надежды, как на некий, что ли, потенциал интеллектуальный, нравственный общества. Так вот, эта часть общества не должна спать. И, повторю еще раз, сон разума, мне кажется, самое опасное, что может грозить любому обществу. А что касается насчет массового искусства и немассового, то я считаю, что пусть театр останется элитарным искусством, потому что, как сказать, есть так много видов творчества, которые рассчитаны на массовое сознание, там, телевидение, там, да, тому пример, кино, что пусть у каждого должен быть свой огород. Я думаю, огород театра должен быть все-таки, то должен произрастать экзотические плоды. Моя обретенная в мучениях, так сказать, истина, публика значительно умнее, чем о ней думают. Она приходит в театр, и вот там аплодирует, веселится на наших простых комедиях. Но ведь она понимает, ну прикинься, ну что от вас еще ждать? Ну посмеемся. Публика значительно умнее, чем мы
чем мы предлагаем, да, чем мы думаем, что публика дура, все съест. Или это публике не понять. Фигня. Публика в целом иногда значительно выше театра, в который она приходит.